читаю канон преподобного Андрея Крицкого как напутствие на весь Великий пост. Это крик человеческой души перед закрытыми вратами рая, или плач Адама. Сегодня мы в каноне слышали молитву о том, что душа человека болезнствует, то есть в болезнь погружается не только человеческое тело и душа, потому что мы состоим из тела и души. И как тело требует внимания и заботы, так и человеческая душа требует связи с Богом, молитвы, очищения. И пост – это врачество нашей души, это такое терапевтическое, духовное, медицинское средство, которое Церковь нам предлагает для исцеления нашего духовного состава. Пост – это подвиг, пост – это воздержание, пост – это духовное совершенствование. Это горькое лекарство, но спасительное. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, что пост может показаться мрачным делом, но как только ты в него погружаешься, когда ты начинаешь его соблюдать, посещать богослужение, ты понимаешь, что это самое светлое и радостное дело для человеческой души. Пост, продолжает святитель Феофан Затворник, от человека требует, дает и обещает. Пост требует от человека покаяния и исправления жизни. Пост обещает человеку прощение его грехов, дает человеку прощение его грехов и обещает человеку радость в Духе Святом в этой жизни и в жизни вечной. Есть такое выражение в нашем повседневном языке – стоять на посту. Мы знаем, что человек может занимать определенный высокий пост, какую-то должность. Эта должность его обязывает к определенному роду поведения, он должен обладать полномочиями, знаниями. Есть также такое армейское выражение «стоять на посту», когда солдат несет какую-то вахту, ему поручено охранять какой-то объект, и он должен быть бдительным, он стоит на посту. И каждый из нас тоже находится на посту в это время, на посту обороны своей души, охранения ее от всякого злого, от всего того, что уводит нас от Бога. И вот, стоя на посту или занимая такой пост, что нам мешает? Церковь говорит, что на посту нам мешает лень, первое. Второе – это рассеянность. Лень или праздность – это особое состояние человека, при котором мы ничего не совершаем, находимся в праздности. Есть такое выражение – праздная земля, то есть земля ничего не производящая. А земля праздная, земля неоранная, земля необработанная – она ничего доброго произрасти не может. На ней размножаются только плевелы и сорняки. Если человек ничем не занят, говорит преподобный Паисий Святогорец, если ты собой не занимаешься, то придет дьявол, который вынудит тебя заниматься им. Не случайно в молитве Ефрема Сирина мы говорим, чтобы Господь защитил нас и чтобы поборол в нас дух праздности, как корень многих человеческих грехов. Есть такое произведение у Гёте, «Фауст». Помните, когда у Фауста начались искушения, когда он сидел и ничего не делал? Именно в таком состоянии ничего не делания к нему приступил Мефистофель, стал искушать его.
И всякий раз, когда мы в праздности, дьявол сделает так, что, не занимаясь собой, мы будем заниматься его делами. Второе искушение – это искушение рассеянностью. Каждый из нас составляет для себя такой список посту. Что мы не должны есть, в чем мы должны воздерживаться. Но было бы хорошо, чтобы каждый из нас составил для себя такой список, на что мы не должны смотреть, чего мы не должны читать и что мы не должны слушать. Святитель Тихон Задонский обращает внимание на слова Господа, который говорит: «Имеющие уши слышите да слышите». Оказывается, не всякий, у кого есть телесные уши, может слышать. Есть человек с врожденными болезнями, есть глухонемые люди. И вот святитель говорит: какие команды ты им не давай, и как ты их не назидай, они ничего не могут исполнить, потому что они глухи, они не могут слышать. Не случайно Господь говорит эти слова: имей уши, слышите да слышит. Здесь говорит святитель Тихон, говорится о ушах нашей души. У нас есть уши, которые слышат голос Божий, Слово Божие, через которое мы общаемся с Богом. Вот о каких ушах говорит Господь. Эти уши должны слышать. Но современное человечество в этих ушах души имеет пробки и не может слышать Слово Божие, потому что наши уши заняты постоянно ненужной и обременяющей нас информацией. И для того, чтобы эти уши нашей души открылись, мы должны закрыть наши физические уши. Мы не должны слышать то, что отвлекает нас от Бога. Мы не должны поглощать глазами информацию, которая нас раздражает и отстраняет нас от Бога. Вот когда младенец находится в утробе матери, он не может слышать, он не может видеть, и он не может вкушать пищу ртом. Он питается через пуповину. И только тогда, когда эта пуповина будет обрезана, после его рождения, у него открываются глаза, он начинает дышать, он начинает слышать, и он может питаться. Вот точно так же и мы, если не закроем свои физические уши, свои глаза, свое сознание от ненужной информации, мы не сможем открыть уши нашей души для слышания Бога, для общения с Господом. И есть очень меткое выражение: смотри, куда ты идешь, человек. Иначе ты придешь к тому, на что ты смотришь. А на что смотрит человек в повседневной жизни? На грех. На то, на что не должны быть направлены очи человеческие. И вот если ты не смотришь, куда ты идешь, ты придешь на то, на что ты смотришь. Вот такие искушения нам будут предлагаться в посту, будут одолевать нас. И не случайно мы в это время посещаем храм для того, чтобы сделать способными уши нашей души услышать Бога, отвергнуть ненужную информацию, услышать Евангелие, услышать псалти. И именно тогда пост, по слову святителя Феофана Затворника Вышинского, сделается для нас приятным состоянием. Душа наша услышит Слово Божие и откроется через покаяние Спасителю. Я благодарю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, за нашу молитву. Эти дни, особенно первые седмицы Великого Поста, очень важны для нас.
Конечно, у многих есть свои попечения, и не каждый имеет возможность прийти в храм Божий, но хотя бы на какое-то мгновение утром и вечером мы должны прийти в храм, постоять здесь несколько минут. В этом смысл поста, в общении с Богом. А это общение особенно чувственно и ярко, оно открывается здесь, в храме Божьем, во время великопостных богослужений. Здесь Бог очищает наши сердца, наше сознание. И вот эти 40 дней, которые мы проведем в посту, они будут нам потом в течение всего года вспоминаться. Да, сложны великопостные богослужения, продолжительные. Но только по прошествии какого-то времени каждый из нас будет испытывать тоску по тому состоянию, которое мы испытывали здесь, в храме, в молитве. Потому что здесь происходит таинственная наша встреча с Богом. Самая дорогая, самая драгоценная. Эта встреча дает нам силы. Эта встреча делает нас теми, кем мы были созданы Богом. А мы были созданы для вечности, не для греха, не для смерти, но для вечной жизни. Поэтому в эти дни будем храниться еще и от памятозлобия. Это третья причина, которая нас отводит от Бога. Памятозлобие. Преподобный Амвросий Оптинский говорил, что не осуждение есть без греха спасение. Не осуждать, не видеть грех своего брата, а видеть свою греховную природу. К этому призывает нас Церковь. Я всех вас поздравляю, дорогие братья и сестры, с Великим постом. Нам было важно пережить этот день. Все остальные дни будут проноситься очень интенсивно. Поэтому будем дорожить этими минутами нашего общения с Богом. Господь благословит всех нас на предстоящий пост. Аминь.